Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, я... Забыл? Сегодня я хочу представить вам свою новую, абсолютно уникальную, неповторимую разработку, на создание которой у меня ушло более 5 месяцев. То есть практически полгода я создавал этот продукт. Так, дорогие друзья, представляю вашему вниманию новую 34-ю букву русского алфавита. Вы ее сейчас можете видеть перед собой. Это абсолютно уникальная, неповторимая буква, аналогов которой нет ни в одном другом алфавите мира. Кроме того, я посмотрел все архивы. Такой буквы не было вообще ни разу в истории, ни в одном алфавите человечества вообще ни разу, да, за все время его существования. То есть это абсолютно уникальный продукт, созданный лично мною. Огромные труды были вложены, все патенты, все чертежи, все за мной. Я лично сам курировал разработку этой буквы. Она скоро будет введена в обязательный реестр образования. Она будет во всех русских букварях мира. Эта буква, она неповторимая, ее невозможно никак ничем другим заменить. Видите, абсолютно уникальный дизайн. Все это лично я создавал. Огромные труды вложены, тоже буква просто офигенская. Я не знаю, почему до меня ее еще никто другой-то и не придумал, собственно говоря. Вот, видите, да? Неповторимая. Дорогие друзья, сейчас я хочу вам представить новую 34-ю букву русского алфавита. Мою личную разработку, которую я сам создал на протяжении, 6 месяцев, там, чуть поменьше я разрабатывал. Вот, сегодняшний день — это фактически революция в современной лингвистике, потому что до меня такого еще никто не делал, ни разу не было, чтобы один человек сам взял, да и создал свою собственную букву, которой все будут обязательно пользоваться. То есть это фурор, настоящий фурор. И я рад анонсировать прямо сейчас на своем телеканале, перед своей аудиторией, новую 34-ю букву русского алфавита. Букву R. Уважаемые дамы и господа, представляю вашему вниманию букву R. Что такое буква A? Буква A — это гласная буква русского алфавита, которая скоро будет в него добавлена. У этой буквы нет аналогов ни в одном другом языке мира, то есть такого звука нет фактически нигде, его обозначение, при этом человек его может спокойно произнести. И даже если у вас есть какие-то дефекты речи, вы все равно спокойно можете сказать этот звук, потому что в его произношении не участвуют ни губы, ни язык, только ваше горло. R очень легко любой человек, хоть картавый, хоть какой, может произнести, сказать. Кроме того, у буквы R есть две дочерние микробуквы. Это R запятушкой справа и R запятушкой слева. Дело в том, что R запятушкой справа произносится как R, то есть немножко такой с наездом. Звук получается быстрый, резкий и высокий. R, R. А R запятушкой слева произносится как R, R. То есть это более низкий, более такой глубокий звук получается для каких-то серьезных ситуаций. Вообще, на самом деле, эта буква может заменить любые другие буквы в любом алфавите мира. Она может обозначать абсолютно любой звук, который вы захотите. Вы можете использовать эту букву в любом предложении, в любом слове, и вы будете правы. То, что буква абсолютно уникальная, звук, который она обозначает, известен всем давно, звук А. Но этот звук не имел какого-то письменного обозначения. Сегодня я эту проблему исправил, создав свою собственную букву. Скоро я ее запатентую, так что пользуйтесь пока бесплатно. В комментариях вы найдете эту самую букву, чтобы вы могли ее скопировать и использовать в своих целях. Я скоро подам заявку, чтобы на всех клавиатурах, во всех букварях эта буква имелась в наличии, чтобы вам не нужно было копировать ее из моего ролика, а можно было бы просто написать на клавиатуре. Я уже сейчас занимаюсь этим вопросом. Скоро эта буква появится во всех ваших телефонах, во всех пейджерах, она будет на всех клавиатурах, выделена особым красным цветом. Это будет специальная уникальная буква на все случаи жизни. Так что вот, дорогие друзья, пользуйтесь этой буквой, она сейчас самая модная, она сейчас самая популярная. Скоро эта буква будет во всех мировых конституциях, во всех алфавитах мира, она будет стоять на первом месте. Это будет самая главная, самая популярная буква номер один. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик, пишите комментарии, только без мата. Подписывайтесь на Инстаграм, на Павле ВКонтакте, ссылки в описании в сеть. Всем спасибо, всем до свидания.